Олег, заходьте. Олег. До речі, знаєш, Вітя, мені знайомий один казав, я тебе бачив, Яна, по телевізору, я така, ой, приємно, спасибі. Привет. Добрий ранок. Розказує історію Привет. Про знайомого, і він такий каже, ну, у вас там, ну, такий хлопець, ти, і такий, ну, вибачте, лисенький такий до вас приходить. І послухайте, він такий розумний, вас завжди, типу, що розказуєте, ви сидите вдвом, такі, як собачки, типу, ти. Я кажу, ну, бачите, Нацгур розумний, зато і класний. Але це ілюзія, якби не заходив, а одразу сидів тут, то, можливо, була б така ілюзія, що ми приходимо. Просто така стрижка стильная, она очень сложная. Тут Стэтхэм. Найти сразу мастера невозможно практически. Просто світло таке, розумієте? Це ж телебачення, це магія телебачення. У Гуру взагалі коси довше, ніж у мене, просто їх не видно. Тут є волос. У нього просто дуже цікавий колір волосся. Це, знаєте, це от Мальвіна, наприклад, з Буратіно, от вона, коли на фоні синіх шпалер стоїть, у нас є цілий Олега індивідуальний колір волосся. Вітя віддохнув, судя по всьому. В день молодежі вирішили присунути Гуру по повній програмі. Добре утро, спасибо. Ми старались. Да, не, вы... Дай-ка, все. Витя сделал меня за неделю, он меня... Отыгрался. Да. День молодежи. Да. Значит, ну, у вас же только хорошие новости. Ну, да, такие. Все, у меня такие хорошие. Да, у меня будет жесткий сейчас реализм про молодежь. Да, жесткий. Очекованно, давайте. Жесткий реализм. Значит, мы сейчас не вернемся, это я вернусь, так как я до этого готовился. Мы сейчас перейдем к пирамиде Маслоу. И пройдемся прям по молодежи с помощью этой пирамиды. Вот такой вариант. Якщо я не знаю, хтось, як вона виглядає, да, то давайте намалюємо. Але ну, у нас є тут а не можна просто собі уявити, що це можна така звичайна так, можна піраміда? Можна так уявити, і буде так неплохо. Значить, у нас основання піраміди. Зараз нам принесуть якийсь олівчик, ми намалюємо. Ми зробимо наступним образом. Значить, ми будемо запам'ятати. Значить, основання піраміди. Взагалі, переход любого чоловіка, у нього є такі там сімілетки, називається. І от кожних 7 років ми міняємо свій соціальний статус. Это средние статистические данные. Кто-то раньше, кто-то позже. Сейчас молодежь, например, быстрее работает, поэтому 5 лет переход из социального статуса. Но мы возьмем основание пирамиды. 1-7 лет. Что из себя представляет молодой человек, то бишь мальчик, ребенок и так далее? Он представляет из себя маленькое такое существо, которое борется за выживание. Поэтому основной инстинкт у нас агрессивности в этот период времени. Раз уж я это, то мы будем, можем вместе рисовать. Значит, давай. У нас такая вот пирамида будет. У нас 4 частины, так у нее? Ну, мы не будем далеко сегодня идти, в связи с тем, что у нас прямой эфир. Значит, у нас вот 1-7. О, вот такой вариант. Вот такой. Так. Так, значит, это у нас первый. Значит, 1-7 лет. Значит, в этот момент человек учится выживать. Я Все очень просто. Мама моя, папа мой, бабушка моя. Яблоко моє, торт мой, я самый главный, а тут ще брат появляється или сестра. У декого це залишається на все життя. Згідно, да, згідно, коротше кажучи, дно, да, дно піраміди. Так, я предлагаю замінити слово «дно» словом «начало». Ти тільки родився і вже большая, дно. Да, большая просьба замінити слово «дно» в ефірі словом «начало». Це замінили. Поїхали далі. Значить, у нас так 8-14. Ну, можно 7-14. Я еще раз говорю, это не жесткий, но 8-14. У нас инстинкт любви, эротизма. Эротизма. Значит, ребенок учится уже соблазнять своих родственников, знакомых, друзей. Как дружат дети. Там, ты меня любишь, не любишь, а давай любить друг друга вместе против нее, например. То есть это идет такие, значит, до 14 лет, до момента полового созревания у нас ребенок. Мы доходим к молодежи, я просто Витя. Да, да, мы уже близко. Ой, мы близко, да, молодежи. Значит, мы доходим к тому моменту, когда человек учится, как можно из своего инстинкта агрессивности добиться цели и сделать свое дело, то бишь соблазнить своего друга, маму, папу, чтобы они купили новый велосипед, в школе поставили хорошую оценку и так далее. Это у нас 8-14.
А теперь с 14 мы переходим в наш сегодняшний праздник. Всех с праздником, с Днем молодежи. Значит, 15.21. Витя, быстро поясни, почему ты смеялся, потому что... Вы, Витя, уже 37 просто. О, стоп, для Вити расширяем границы, значит, день молодежи расширяется сейчас, значит, рисуем четвертую. Слухайте, извиняюсь. А як ви себе любите? Каже, 15.21, ось ми прийшли до нашого свята. Ми всі, ми тут. Я понял, значит, 15... А для Віті розширяємо до 37. Да, 28 у нас тут. 28, і спеціально для мене, спасибо большое, Вітя. Значит... А почекайте, чого тут одразу 28, якщо тут у нас 21? Ну, я плюс один прибавляю для тих, хто отстає. 22, 28, так. Да. Значить, тут у нас 29, 35. Подходить такий варіант? Якщо вам підходить, то малюйте. Паспорт покажіть. Значит, паспорт я с собой не взял, но поверьте, я уже на границе того, что уже пора заканчивать с молодежью. Итак, вот такой вот мы сделаем вот такой треугольник получился. И вот у нас праздник молодежи. С 15 до 35. Что у нас там закон гласит? У нас молодежь до? До безкінечності. До 30... До 35 взагалі, але до... До 30, да. В общем, будемо вважати так, що ми знаходимося зараз в стадії молодіжі. Чекайте, є такий реально закон, де визначається, да, що людина стає старою? Ні, то, що молодой, либо не молодой, по-моєму, до 35. Є там соціальних каких-то в наших нормах государства, там є, що от ти... Ну, в поліцію вже не беруть після 35, заметьте, це не случайно. Угу. Наверное, с тем, что молодость, наверное, закончится. Итак, значит, напоминаю, у нас внизу инстинкт агрессивности, следующий – эротизма. Потом у нас с 15 до 21, что делают дети? Тусуются во дворах, создают свои какие-то кружки, там, группы, участвуют в каких-то мероприятиях, школьных, спортивных секциях. Это у нас инстинкт власти. Ребенок познает, как сотрудничать и вести за собой других. Вот такой вот у нас 15 до 21. Да, до 21 обязан молодой человек научиться этому инстинкту. То есть он должен создать свою стаю. Ну, в хорошем понимании слова стая. То есть грызть никого не надо. Если нет этой зграї, то что, он одинак, да, или что? Одинак, значит, он не прошел этот этап. А одинак что получается? Изгой. Поэтому, когда у нас изгой, есть... або депутат, как наслідок. В майбутньому. Не, депутат это тот, кто классно создал свою стаю, я так считаю. То есть он уже стаю создал, и эта стая за него вперед. Вася, ты наш представитель. Как Ляшко. Да. Пойдем далее. Дальше у нас инстинкт. У нас 22 будет... до 28. Да, у нас будет безусловной любви. Тут у нас всякие... А, немає такого инстинкту. Чье? Значит, у нас будет любви-семьянина. А, я просто перевожу на русский. А что безумовный? Потому что вот в этот период, 22-28, у человека жесткая потребность создать семью. И это не случайно. 90% следуя этой потребности ее создают. Но есть исключения. Согласен, есть. Но в основном в этот период времени человек задумывается о семье, о детях. Ну, в принципе, это первые там серьезные отношения какие-то завязываются, это уже свадьбы и так далее. Поэтому в этот период человек реализует себя либо через семью, либо создает себе семью в бизнесе, в политике, в искусстве, в общем, в своей сфере деятельности. Вот такой вариант. Поэтому, возвращаясь к празднику молодежи, значит, мы здесь должны этот инстинкт реализовать. Значит, нереализованный этот инстинкт, не созданное свое окружение, семья в этот период времени, потом влияет на дальнейший инстинкт, который у нас называется 29-35. Мама, я как опять. Познание. Здесь человек переходит в степень познания. Он может сделать выводы из прошлой, прожитой жизни. Тут человек очень жесткое стремление получить второе высшее или третье высшее образование у человека. То есть это тот позыв, который идет из него изнутри, из души. Значит, здесь у нас инстинкт познания. Так вот, молодежь... Ну, это такой классичный, да, трикутник, как все происходит взагалі. Человек может обогнать, может отставать. Но сам факт того, что когда мы говорим о молодежи, мы говорим об вот этих трех уровнях вот этой пирамиды, которую знаменитый ученый Маслоу разложил именно таким способом. И если сослаться на него, то мы получаем следующий вариант. Если сейчас ваш возраст совпадает с каким-либо вот этим пунктом, то все, что ниже, это ваши инструменты,
Это как молоток, как вилка, это инструмент, то, чем надо пользоваться. А все, что попадает в эту границу, это ваш ведущий инстинкт. Например, если у вас 22-28, то у вас есть жесткая потребность создать семью. Вы ее можете создать как семью в виде жены, детей, там, любимого человека и так далее. Либо вы можете создать семью в бизнесе, в искусстве, на работе, то есть то, чем вы занимаетесь. Либо это может быть одновременно, то есть никто, этого не запрещено, то есть никаких ограничений нет. То есть, другими словами, все, что ниже, вы пользуетесь инстинктом агрессивности, выживаете, вы пользуетесь инстинктом эротизма, соблазняете своего партнера, своего бизнес-партнера, вы делаете все для достижения своей цели. Для создания семьи вы будете пользоваться тремя нижними инстинктами. Человек всегда следует этой модели, сознательно или бессознательно. Ее можно приложить вот так на человека, вот человек, это как калька будет. Приложили, и можно найти, где он ошибается. Если у него проблемы в достижении какой-либо цели, значит, он не понял, как пользоваться нижними инстинктами. Ну все что, молодь, молодь, зі святом, все мы дуже простим. Все пропало, нет, ничего все. Не пропало, это очень просто. Надо просто взять, сесть один раз, нарисовать свою жизнь. Вот здесь отметить ключевые ваши события. Они всегда совпадут с этими переходными датами. У кого не совпадут, можете со мной связаться и там мне доказать, например. Да. Это, в принципе, мне будет очень интересно, где у вас была переходная дата. Поэтому можно четко сказать, что вот здесь вот все критические периоды в жизни человека всегда совпадают. Плюс-минус 2 года к датам, которые я указал. То есть, вот, ну, нету исключения. Я не знаю, зачем так. Скажите, Маугли. Значит, в связи с тем, что, судя по всему, наш телеканал нашел все же Маугли, и Витя брал у него интервью, поэтому в следующий раз тут будет сидеть Маугли и рассказывать про свои этапы перехода. Значит, что мы имеем в виду по поводу Маугли? Я надеюсь, что это такое, знаешь, какая-то как бы обобщенная, да? То есть Маугли – это любой тот, кто не соответствует этим, этой пирамиде. Это тот, кто вырос в лисе, мне кажется, это простейшее. У меня такое ощущение, что где-то вот на этом этапе Маугли остался, то есть борьба за выживание. Але зграя була створена, так, і сім'я це є зграя. І заметь, що він навчився там в книгі, що делать, о чем пишет автор. Давайте возьмем об авторе. Автор, то есть тот, кто написал Маугли, он же писал о себе. Ну, автор транслирует себя в произведении. Что, какой ведущий инстинкт, на чем закончилась книга? Он начал любить. Так. Он научился любить. То есть потребность тогда, когда создана стая, куда он перешел? По той же самой пирамиде он перешел в инстинкт любви. Поэтому всегда, когда уже образована стая, человек научился выживать, обеспечил себя едой, безопасностью, отношениями близкими. Ну, я так слово заменил. Так. Для тех, кто понял, что такое близкие отношения, то есть, кто не понял, это отношения. Янка! Поэтому он переходит в другой инстинкт, его инстинкт ведущий. Значит, смотрим на эту табличку. Инстинкт ведущий, Витя, это твой, ты же ведущий. Значит, смотрим на эту табличку, применяем на себя, находим свои переходные точки и поздравляем себя с праздником. В день молодежи надо подвести итоги своих инстинктов. Вот к чему я это вел. Все, вот я, в принципе, закончил свое выступление. Дивіться, таке питання ще. Там пирамида, все классно. А якщо... Не так. Спочатку там одружуються в 16 років, а потім вже разом з дітьми великою любові. Вони не розходяться. Великою любов'ю досягають якихось результатів. Значить, смотримо на цю табличку. Беремо опять. Це приклади життя, я сподіваюся. Или це гіпотетическая була свадьба в 16 років? Ні, серйозно. Значить, насправді так. Є исключение. Що ми получаємо? Інстинкт еротизму, который здесь завладел человеком. 15-21 – инстинкт власти. То есть человеку надо было за собой кого-то водить. Никого не было, кроме ввести свою любимую. Значит, он начал ее водить, он или она, подождите, мы тут давайте не будем гендерную политику, чтобы не влазить. Он или она, и они да, вместе начали, она ей почала водить, начали водить друг друга. Ей. В этом примере я вам даю гарантию, что эти люди были неразлучны. Иначе по них ничего не получилось. Они были неразлучны. В связи с тем, что вся стая заключалась в двух людях, они вместе пошли за ручку по этой пирамиде. Дальше у них слово «все нормально», это инстинкт любви и семьянина. Дальше они начали реализовывать себя. Я не думаю, что это был такой легкий путь.
однозначно это путь нелегкий, но тем не менее люди находили вдруг в друге свои инстинкты, их поддерживали. Вот основной секрет этих взаимоотношений – поддерживать развитие инстинкта ближнего своего. Но это уже совсем инша история. И этот будет праздник, мы какой-нибудь выберем праздник и поздравим. А сегодня мы витаем вас, Днем молодых. Молоди. Да. Что поважаем? А я считаю, что самореализация. Вот в День молодежи, ну, я думаю, что не надо быть жадным. Самореализация. Чтобы человек нашел себя и все свои инстинкты удовлетворил в природный способ. Вот так вот звучит поважання. Дуже так серйозно задумайтесь. Але насправді самореализация – це дуже класно. Я перекладу. Щоб вам ваші друзі не соромились сказати «красава». Так. У нас швиденько брейнфітнес. Можна і не швиденько, знаєте, можна і так. Отак от? Так. Але по-молодіжному, бажано по-молодіжному. Так, мене покажіть. Брейнфітнес у нас. Очень молодіжний. Значить, беремо руки, соединяємо. І хто-то може один считати. Раз. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз. Раз, раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз. А четыре не? Если бы это было четыре, это был бы другой брейн фитнес. Значит, еще разок. Значит, мы должны дойти в центр. Вот так вот, брата. Да. Раз, раз, два. Раз, два, три. Раз, два, раз. Это на асинхронное движение пальцев. Получается, раз, раз, два, раз, два, три. Да. Человек всегда хочет считать по порядку. Не привыкли мы так работать. Поэтому это упражнение тренирует нас мозг переключаться с одной задачи на другую в момент действия. Раз, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз. Раз, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз. Раз, два, раз, два, три. Это легкий брейн фитнес. Я вас прошу, не надо ничего усложнять. Просто расслабьте мозг. Раз, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз. Ну, я понимаю, что тяжело, бо хочется посчитать до четырех. Да. Либо считать в обратном порядке. Нас учат в школе. Либо вверх, либо вниз. Значит, в жизни либо черное, либо белое. Значит, мы сейчас меняем свой мозг для того, чтобы показать, что в жизни есть серое. Раз, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз. Это просто надо один раз понять, и у вас это все получится. Это называется упражнение на полуоттенки. То есть человек после этого упражнения начинает видеть полутона, полуоттенки, полувзаимоотношения. Я бачу, как вы одразу засмагли, такие тоны вас. Это освещение. Да, Яна, щойно мали на увазі саме це. Да, это те лампы, что делают меня лысым. И засмаглим, бачите? А тут такая прическа у меня. Раз, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз. И потом мы это делаем, потом мы один счет пропускаем. То есть смотри, раз, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз. И пошли дальше. Два, три, два, один, два, три. Так, я понял. Значит, мы это упражнение будем тренировать на следующей неделе. Я думал, что оно простое, но я что-то усложнил всем жизнь. Можно будет еще. Вот оно счастье. Да, да. Пирамида! Ранок-сніданок продовжується. З Днем молоді! Спасибі.